Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Денис, поздоровайся с своими друзьями. На каком канале? Да, друзья, у нас сегодня такая интересная игра. У нас есть мешочки с различными материалами. Мы сейчас предложим Дениске определить, что внутри. Ну, мама будет иногда нам подсказывать, да? А потом попробуем найти пару. Это у нас игра, знаете, на что в первую очередь? Во-первых, мы изучаем форму предметов. Во-вторых, это поиск предметов. Мы будем отличать мягкое от твердого, круглое от квадратного и пытаться потом составить пару. Дениска, у нас здесь в мешочках 4 разных вида материала. Где-то есть вата, где-то макароны, где-то гайки и где-то горох. Смотри, гайки у нас имеют шестигранную форму. Они тяжеленькие такие у нас. Вата очень мягкая, она бесформенная. Кроме того, у нас есть макароны, они имеют цилиндрическую форму. И есть горох, который имеет сферическую форму. Давай сначала попробуем вату найти из всех мешочков. Вата у нас мягкая, практически ничего не весит. Вот папа уже на ощупь нашел вату. Нашел вату. Она вот такая, очень мягенькая. Найди вату. Вата, да? Так, вату мы нашли, замечательно. А вот это что у нас такое? Цилиндрической формы, не особо рассыпчатая, достаточно тяжеленькая, но не очень тяжелая. День. Это у нас макароны. Макароны, такие цилиндрической формы. Вот, найди еще один мешочек с макаронами. Вот, правильно, в ручках у тебя. Отлично. Дэн, а горох, он имеет сферическую форму, достаточно меленький и рассыпчатый. Вот попробуй, пощупай. Что это, горох? Горох, отлично. Так, и у нас осталось самое тяжелое. Смотри, мешочек маленький, да? А при этом тяжеленький. Тут предмет шестигранной формы. Папа сегодня тебе качели делал? Вот из чего он тебе? Гайки. Где гаечки? Найди гаечки. Поищи гаечки. Железненькие. Возьми в ручку, Миш. Это вата. Это вата. Вот это горох. А гаечки где? Где гаечки? Нет, это у нас что? Это у нас горох. Он тяжелый, но не такой, как гаечки. Вот смотри, видишь маленький мешочек? Ну-ка возьми в ручку. Что это? Так, маме. Ну, что там по твоему предположению? Шестигранной формы, тяжелый. Ребят, вы можете вместе с нами угадывать. Это гаечки. Динечка, смотри, мы с тобой попробовали на ощупь всякие разные предметы. Давай попробуем найти пару. Начнет папа, а ты продолжишь. Ну, смотри, у меня тяжеленькое что-то, да? Шестигранной формы. Явно железненькая, его тут немного. Найди такой же мешочек. Давай вот такой же мешочек найдем, Денюш. Давай, я тебе помогу чуть-чуть. Смотри, вот это мягкое очень, легкое. И вот это вот чуть-чуть потяжелее, но этого много материала. Так, это у нас что улетело? Это у нас с тобой макароны улетели цилиндрической формы. Вот, найди вот такой же мешок. Дениск, найди вот такой же мешок. Вот такой же мешочек найди. Хочу потрогай, так, хорошо. Так, давай маме отдаем. Ну, шестигранники, где еще такие? Давай, поищи. Так, ну. Так, ищи, ищи, ищи. Ищи внимательно. Разве это оно? Это вата, смотри, они легкие. А вот это потрогай, на, вот это потрогай. Нет, это макароны. Мама считает, что это не то. Держи, попробуй вот этот мешок. Так, вот, шестигранники мы нашли. Давай теперь попроще, вату. Где у нас легкий мешочек? Какие у нас мешочки легкие? Поищи. Какой у нас мешочек легкий и бесформенный, и ничего не весит, Дениска? Дэн, смотри. Вот этот мешочек возьми в ручку. Он легкий и бесформенный, да? Отдавай маме. Отдавай его маме. Где еще такой же мешочек? Посмотри. Нет, это что-то другое. Ну-ка дай, это макароны. Вот, мягкий, да? А куда его надо отдать?
Мы же пару ищем. Нет, это макарон ты отдал. Во, вату мы нашли. Смотри, у нас осталось 4 мешочка. 2 с макаронами, 2 с горохом. Давай маме дадим пару. Так, с горохом один. А где второй с горохом? Смотри внимательно. Вот этот? Куда он упал? Нет, это макарон. Так, хорошо, 2 с макаронами. Этот какой остался? Какую ручку? Все? Смотри, мы собрали 2 с горохом. И вот 2 цилиндрической формы с макаронами. Вот, пока что у нас игра больше похожа на бардак. Но надо почаще тренировать такие вещи с ребенком. Вот, чтобы он лучше запоминал. Давайте мы сейчас скроем по одному мешку. Покажем, что мы вас не обманули. Что у нас есть предмет цилиндрической формы. Это горох. Ой, это макароны. Предмет сферической формы – это горох. Давай, Денис, посмотри, что там было спрятано. А я другой мешочек открою. Так, это горох. Вот, видите, мы посыпали чуть пол. Денис, смотри, у меня макароны. Видишь, цилиндрическая форма такая. На, посмотри. Вот, мама нам сейчас даст еще гайки. Мы покажем вам гайки. Гайки и вату. Вот здесь у нас была вата. Вот здесь была вата. Вот. И вот здесь самый тяжелый мешочек. Макарон, да. Нет, ну кушать его нельзя, Дениска, он не вареный еще. Так, и вот здесь вот у нас самый тяжелый, смотри, шестигранник. Гаечка. Вот такая вот гаечка у нас была. Самая тяжеленькая, да? Друзья, ну как видите, этим можно почаще заниматься с ребенком. У нас пока не очень хорошо получается. Берите на заметку эту игру. Можно использовать другие наполнители для мешочков. Главное тренировать ощущения, твердое, мягкое, различные формы. Дениска, давай попрощаемся с нашими друзьями. Пока-пока. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте на пальцы вверх. Мы будем придумывать для вас новые идеи. До новых встреч, друзья! Друзья, ты поцелуешь?